И сегодня я с удовольствием представляю вам в новом качестве Надежду Чепрагу. Спасибо, Андрюша, за приглашение. Во-первых, когда мы с гастроли приезжаем, и когда видим эту передачу, такая вкусная передача. Тебе называют, кстати, вкусняра. Наши ребята, так что я с удовольствием поделюсь опытом. Я хочу сегодня предложить блюдо. Но кроме этого, до этого я хочу тебя посещать в Молдаванино. Понимаешь? Ты сегодня у меня на кухне, не я у тебя в гостях, потому что сегодня я готовлю. Ага. Поэтому я хочу, чтобы создавать вот такой домашний уют. Вот так ты у меня будешь. Это у вас в Молдавии так принято, да? Да, так принято. Это чтобы ты потом повесили его вот здесь или где тебе удобно. Там у тебя еще музей есть. И я хочу, ты знаешь, Андрюша, я хочу создать вот такой уют домашний. Так. И я, когда вот готовлю, муж мне всегда читает информацию всю. Давай я тебе поставлю стульчик, я поставлю, просто это так понравилось. Не позволю, сам. Не позволишь, ну ладно. Истинный джентльмен. Слушайте, впервые за два года я на кухне, наконец, займусь мужским вот делом, так, да? Вот так. Я сегодня хочу вам предложить, знаешь что, Андрюша, молдавские голубцы из листьев винограда, называются сармали по-молдавскому. Значит, начнем. Сначала мы готовим начинку для этих голубцев. Значит, режем мясо. Мясо должно быть наполовину и свиное, и говяжье. Значит, мы берем где-то 200 грамм говядины, 200 грамм свинины и режем. Режем аккуратно и очень мелко. Ничего, что я мигаю перед тобой? Ничего. Это, между прочим, в общежитии завода «Серп и молот» обнаружено свыше 2 пудов золота. Да ты что? Да. Это же кто там? Это вот, видимо, сейчас посмотрим. Вот дураки эти люди, извиняюсь, зачем им золото? Предполагается, что контакты поступали отсюда со всей России по давно отработанным каналам. Страшное дело. Я теперь так и буду делать. Я буду приглашать сюда женщин, а сам буду читать им вслух газеты или романы. Давай. А серенаду можешь петь? Ты же поющий. Мы вроде как оба поющие. Но я сейчас, если спою, я не изготовлю, понимаешь? Теперь свинину. Также раз, два, три. Так, Андрюш, по-моему, ты уже скучаешь, да? Я настолько привык на этой кухне заниматься каким-то делом, что чувствую себя ужасно в своей тарелке. Я тем более, что я так. Ладно, давай. Так и быть, ладно. Разрешили. Только, ты знаешь, мне жалко тебя, я лук, конечно, не заставлю тебя чистить. Я привык. Можно и лук. Ты что знаешь? Тем более для вас. Только у меня тоже нужны такой квадратики, маленькие вот такие. Вот квадратики. Так, значит, для этой начинки нужно вот мясо тушить, морковку и лук. Лук у нас есть, морковка вот будет. Берется. Давай, Андрюша, отдохни немножко. Ой, у меня, кстати, с русским языком все в порядке. У меня никаких проблем, у меня никаких падежей нет. Поэтому, если что-нибудь так скажу, вы же извините, и вы, дорогие телезрители, и ты, Андрюш. А мне нравится. Так, масло нагрелось. Нагрелось. Можно мясо класть, да? Мясо кладется, и сначала на такой. На большой огонь, чтобы она взялась, да, а потом да. Уже помедленнее. Так, мангол не вставай. Теперь мы режем помидорчики. Вот профессиональные движения, ёлки зелёные. Не говори. Какие профессиональные, я уже отвыкла. Да ладно. А в детстве, между прочим, меня оставляли, чтобы я готовила на всех. А всех было много? Нас четверо. В семье две девушки, два парня. Вот это все так вот. Можно сейчас уже морковку. Оно уже взялось. Да. Но ты знаешь, здесь масла не надо жалеть. Да, не будет жирно. Жалеть не надо, потому что не жирно. Она же впитывается все в этот рис. А, рис же будет, да. Конечно. Так нам еще надо рис варить. Нет, его нужно только кипятком. А шпарить, делать, да? Да. Андрюша, скажи, пожалуйста, как вот ты... На такой передаче работаешь, снимаешься и держишь еще фигуру.
Я держу фигуру. Да. Что-то поправился разве? Или ты в черном, я не вижу. Ну, вообще, держу, конечно. Могло быть значительно хуже. Ты, наверное, вегетарианец, да? Я? Да. Нет? Ну, правильно. Я однажды пробовала быть вегетарианкой и не могу. Полгода. И потом думала, нет, что-то не то. То одно начало болеть, то второе, думала, нет. Вот так. И помидорчики. А лук потом? Да. Да, лук в конце. Ага. Это интересно. Так. Потому что он ароматный, сразу, знаешь, он же потом будет еще вариться. Да. Ай, красиво, а? Не говори. Это еще ничего. Самое главное, чтобы голубцы, знаешь, были определенные размеры, красиво завернуты. Вот это. Обращаю внимание на это. Все. Теперь лук можно. Я думаю, еще вот сейчас. Чуть-чуть помидорчики, да? Надо жалеть, да. А скажи, ты давно начал вот готовить? Вот ты сам. Вот так вкусно и так вот разнообразно. Практически с момента полового созревания. Как-то вот, как только стали собираться компании, чем-то надо было привлекать внимание. Так вышло. Я почему спрашиваю, потому что тоже все время на гастроли. Там же особенно не наготовишь. А у нас была передача, посвященная специально гастрольной кухне. Мы в раковине варили суп, как положено. Учили, как прятать кипятильник с Лешей. На утюге яичницу, да? Да. Как прятать кипятильник от горничной. Понятно. И как вы прятали? Поделись. Он должен лежать желательно в раскрытой сумке в грязном белье. Она туда не полезет. А если просто в тумбочке, то обязательно сопрет. То есть на всякий случай грязное белье нужно иметь. Конечно. Вот мы петрушку и укропчик туда же. Тоже вам жарко, да? Да, лук уже можно. Палитра запахов изменяется с каждой секундой. Я бы вот это уже съел без всяких листьев. Нет, это же большое значение имеет, Андрей. Да. Да. Так, значит, теперь нам надо рис приготовить и листья. Обычный рис, значит, он только ошпаривается кипятком и все, потому что он не нуждается. Потом он сварится. Многие делают голубцы, вот варят рис и делают голубцы, это неправильно, потому что они тогда склеятся тоже рисинки эти. Рисинки, правильно я говорю? Правильно. Главное, что смысл понять. А так он должен быть отдельно, знаешь, в это. Сколько его нужно в количестве? Ты знаешь, это мы же сейчас я посмотрю. О, у тебя настоящий, слушай, для голубцев прямо. Да, я старался. Как знал, молодец. Ну, это немножко, потому что, знаешь, я обычно люблю голубцы делать побольше мяса, поменьше риса, чем... Так, кипяточек нужен, да? Вообще, рис нужно промывать в 10 вод, ты знаешь об этом. Чтобы не слипался, я знаю. В деревне, представляешь, как? В 5? Китайцы рекомендуют в 5. Ага. Ну, все, кипятком мы их... Так, значит, немножко в рис, да, наливаю? Да. Чтобы он покрылся так. Все. Есть. Это где-то на 10 минут, на 15. И здесь в листья. Ой. Есть. Угу. Так, ну они. Там, видишь, у нас не хватает, поэтому я сделаю так, чтобы они не достает вода, знаешь? А, надо, чтобы достала? Да, она должна как прикрыть. Ну так я долью. Да, можно. Ладно, мы так соберем. Есть. Угу. Все, спасибо. Так, соль немножко и перец, черный перец. Черный у тебя есть? Есть, и соль есть. Ох, у тебя с этим. А, чтоб свежий был. Ага, хорошо. И соль, да? Ага. Ой, я достаю. Ну, соль так, нужно чуть-чуть... Нет, наверное, нужно соль такой. Нормальную, есть. Да? Да. Есть, конечно. Потому что здесь нужно чуть-чуть побольше соли, для того, чтобы потом это набралось и в листья.
Так. Угу. Но чуть-чуть всегда нужно помнить, что не досолить. Потому что не досоль на столе, а пересоль знаешь, да? Да. Так, это уже можно. Выключать? Взять, да. Значит, мы рис. Теперь, знаешь, мы еще раз даем холодной водой. Ага. Когда холодной водой, он как оживляется, знаешь? Ага. Ну, как мясо. Как нельзя с горячей водой ее полоскать, так и это. Так. Вот сюда мы наливаем это. Обычно, ну ладно. Дай. Так, это можно уже снять. И туда, да? Да, и туда же. Ложечки у тебя. Вот. Ух ты, профессионал. Вот для того, чтобы голубцы получились красиво, так, не нужно тыльной стороной завернуть вот так, да, знаешь? А наоборот нужно вот так, вот это лицо якобы, а это уже изнанка. Вот так, на изнанку нужно так ставить, ага, и на изнанку ставить здесь, чтобы они получились так, с Богом, как говорят. Потому что это очень ответственное дело, видишь? Почему? Да. Чем меньше, понимаешь, тем хозяйка лучше считается. Ну, это, конечно... И ничем связывать их не надо. Нет. А зачем связывать? Чтобы не разваливать. Нет. Так, все. Так, вот окей. Мы закончили. Теперь? Значит, теперь мы кипятком вот из этих, из листьев чуть-чуть... Это та вода, в которой лежали листья. Да, да, да. Чтобы она же кислотность-то имеет. Имеет. Да. Здесь, значит, мы... Чтобы не прикрывало так чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть, чтобы они так... Ага. Вот прикрываем еще листиками сверху. Вот так. И ставим в духовочку. На. Духовочку? Можно и огонь. Хочешь только на медленном все. Так, ставлю, накрываю крышечкой. Да. Да? Крышечкой. Сколько они должны томиться? Ну, они там должны где-то там полчаса. Полчаса до курица, только так уж водится. Чем ты красивее, тем острейше ты. Полчаса до курица, только так уж водится. Никуда не денешься от моей судьбы. Сколько денег? Ну и вот, попробуй. Так, ну вот теперь тушь можно? Теперь можно. Вот голубцы и именно такое вино. Да? Полную. И хозяйки. Несмотря на то, что хозяйка не пьет, но говорит. Почему это я не пью? Я им это запиваю. Да? Да, смотри. Значит, как истинный молдаванин, заявляю всем, кто меня видит, нарок. Нарок, ну у тебя память, слушай. А я хочу за здоровье и вашей всей компании, Макаревич энд компания, хочу вот за эту прекрасную передачу, хочу за моих родных телезрителей. Я вас очень люблю. Нарок? Нарок. То есть, на здоровье.